Ну, это заключительная песня альбома, но не заключительная концерта. Надеюсь, если вы мне позволите продолжить потом дальше. Это песня на стихи торжокского поэта Василия Росенкова. Пожалуй, если читать поэтов Тверской области, то прежде всего надо читать его. Поэтому, если вдруг вам попадется в руки сборник или стихиру, всем рекомендую. Называется песня «Средство от одиночества». Призрачных мутных снегов нашествие. В печке дымят и трещат трава. Лучшее средство от сумасшествия — опустошенная голова. Лип медитация и качание. Сумерки прячутся в дровяник. Лучшее средство — это дичание. Общество старых и добрых книг. Пророк.